Этого события жители автономии ждали на протяжении нескольких лет. О более чем доступных ценах в Пятерочке знает практически каждый, поэтому открытие этих магазинов в Еврейской автономной области вызвало настоящий ажиотаж. В областном центре в один день распахнули свои двери сразу два магазина «Пятерочка» общей торговой площадью 847 квадратных метров. Появление торговой сети в ЯО стало значимым шагом не только для ритейлера, но и для самого региона, создав новые рабочие места и предоставив дополнительные импульс для развития местных производств. Сегодня у нас открылись магазины «Пятерочки». Это магазины в формате «У дома», соответствующие федеральной концепции магазинов во всей стране, то есть в Еврейской автономной области. Магазины открыты ровно такими же, устроены они так же, как устроены «Пятерочки» и в других регионах. Всего до конца года мы планируем открыть 9 магазинов. На прилавках «Пятерочки» продукция самая разная, от выпечки до молочки, все свежее и вкусное. Покупатели могут найти на полках как новые бренды, так и знакомую местную продукцию. Сами магазины оборудованы пекарнями с горячей выпечкой, кофестанциями и местами для перекусов, поэтому процесс совершения покупок становится только приятнее. Действительно, цены удивляют. На многие позиции цены значительно меньше, на многие позиции цены примерно такие же, немного все ниже. Мы надеемся на долгое сотрудничество с ними. Открытие магазинов «Пятерочка» позитивно повлияет на развитие конкуренции, потребительского рынка и всей сферы торговли в регионе. А для покупателей сделает продукты еще доступнее, а питание разнообразнее. Вячеслав Пасманик, Олег Яковлев, Новости 21.